здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Нормально. Далеко не будем заходить, да. Прямо вот здесь. Вот вам небольшой такой продуктовый набор, я думаю, вам пригодится. Сейчас никому лишнего не будет. Спасибо большое. Как соблюдаете режим самоизоляции? Вот видите, в данный момент дома сижу, все почти правильно. Никуда не выхожу. Да. Чем меньше ходим, тем лучше, да, потом будет. Да, да. Депутат Московской областной думы Владимир Жук не забывает о своих подопечных и в период пандемии. На этот раз он приехал с продуктовыми наборами для нуждающихся категорий граждан. Сегодня мы ходим по нескольким адресам от Лыкарина, помогаем тем, кто находится в группе риска, это 65+, одинокие, многодетные, инвалиды, ветераны. Вот именно та категория, которая сегодня и особо нуждается в помощи. Мы сегодня им подарили по продуктовому набору. Это те продукты, которые пользуются практически каждый день. Я думаю, лишними они не будут, особенно вот в этой сложной ситуации. Что касается продуктов, они все закуплены в сетевых магазинах, не на базах. Только-только выпущены, самые свежие. И тут никаких вопросов быть не может, потому что мы на базах ничего не закупаем. А продукты закуплены на личные средства. Мы подготовим таких продуктов, подарков 1000 штук. В коробке продукты первой необходимости – мука, подсолнечное масло, различные крупы. Также в наборы включены и антисептические средства. На коробке наклейка с пожеланием «Берегите себя» и мобильный телефон, на который при необходимости граждане могут обратиться с личной просьбой напрямую к депутату Московской области. Встречают очень хорошо, доброжелательно. Все находятся дома, на самоизоляции, соблюдают режим. Люди пожилые, осознательные. Поэтому пожелали им беречь себя и крепкого здоровья. 1000 граждан по всему избирательному округу получат продуктовые наборы. 21 апреля уже некоторые лыткаринцы получили такие подарки. Помогали доставлять помощь горожанам заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лыткарина Юрий Егоров и волонтеры города. Варвара Можаева, Алексей Устинов, телеканал «Лыткари».